зовут Ксения, и я мама замечательных мальчишек 3D. Дениса, Данила и Демкина. Ну что, мы ездили в светофор, закупились знатно. И сейчас хотим вам показать распаковку. А это у нас булочка. Это что у нас? Булочка вкусная. Это кекс. Кекс. В основном в светофоре мы закупаемся к чаю, потому что в светофоре много разных конфет, печенюшек, вкусняшек в целом. И за книжками. За книжками отдельно, я новинка, кстати, тоже покажу. Так вот, давайте сначала разберем всю вкусняшку, которую вы видите у нас на столе. Это у нас что? Кекс. Кекс со вкусом миндаля. Я покупала его, пробовала с чаем, очень даже неплохо и вкусно. А это у нас печеньки вкусные. Да, печеньки вкусные, корзинки вроде бы, да, корзиночка с вареной сгущенкой, вкусные. А это заляпано. Это, да, это такая транспортировка у нас была неудачная. Так, Денис, ты что показываешь? Печеньки, вот по видео видно, у меня было прям ровно поделено, и теперь все перемешалось. У нас вот такие печеньки. Вот такое печенье тоже купили, да. Тоже очень любят детки с чаем-то особенно. Так, вафли. Вафли. На пробу взяли, такое еще не пробовала. И, кстати, вот первый раз вижу такие упаковки. Два вафли. Да, две упаковки таких вафли. Сливочные. А вот это сырки. Это сырки, 5 штук. Глазированные, с ванилью, тоже очень вкусный. А вот это чай. Это чай, попросил у меня его купить дедушка, то есть мой отец, со вкусом лимона, с ароматом лимона. Я тебе купила. У нас другой чай. Да, мы пьем другой. Так, по вкусняшкам у нас еще вот такие пряники. Да. И такие. Ну, ладно. И вот такие конфетки. Конфетки. Вот такие, да, две упаковки конфет. Утром, когда у меня дети собираются в школу, в садик, очень-то вот это, особенно чебурек, очень любит просить конфетки. И за хорошее поведение получают, естественно, конфетки маленькие. И были у нас жевательные, очень, кстати, вкусные. Нет, они закрыты от кофта. Вот, такие на пробу тоже взяла. Посмотрим, что... Как эти у нас пойдут. Мы все будем кушать. Да. А вот эти я купила, очень тут люблю, знаете, такие ярче очень люблю, и вот такие это вот нам. Белые, это мне нам. Очень нравятся. Это микс? Это нам. Вот, сейчас смотрите, еще вот такое печенье купили, это Демику в основном. Где-то еще, кстати, купила голландский сыр, вот, упаковка такая, кетчуп взяли. Русский. Да, Балтимор, русский, вроде бы, да? Кетчуп. Нет, русский кетчуп. Так, из вкусного вроде бы все. Ну и рис. Еще... Из продуктов. Рис, две упаковки. Еще... Так. Это... Мыло. Мыло детское. Вот такое для рук взяла. Да. АОС. АОС, точнее. Это для посуды мыть. И вот такое взяла. Тоже детское мыло 0+. Первый раз такое вообще вижу. А у нас вижу. Нет, у меня мыльные пузыри. Ну, закончились, ты вылил. Вот, взяла такое мыло для Демика, опять же. Так, и что у нас еще осталось самого интересного? Это книжка, это новинка, книга-пазл. Она, получается, и для Демьяна подойдет ему годик, и для Данилки подойдет ему 3,5. Вот, очень мне понравился дизайн, такая, как бы, когда закрыть ее, это получается с ручкой, и такая закрывашечка, очень удобно, мне кажется, и Данил, и Демка оценят. Там были, я, кстати, только вот такое, про телефон, да. Кто-то звонил, слон, вот, только такую, вот только в таком, как сказать, такую сказку увидела, вот, ну, взяла. Посмотреть, попробовать, она получается вот такая вот, с пазлами. Это медведь! Да, сейчас будем смотреть, рассматривать очень красивые рисунки или яркие, красочные. Это Лим-Папон. Мне книжка понравилась. Посмотрим, как оценят их дети. Мне так она очень понравилась.
Вот, ну что, на все про все, я даже чек тут приберегла, на все про все у меня получилось 1700. Мама, а где мы? А, это уже не будет не это. Вот, 1700 рублей получилось на это вот все у нас, конечно, дороговастенько, но что поделать. Не забывайте. Нажимать колокольчики. Ставить. Лайки. Писать. Комментарии и не покусать, наше видео. Да. Подписаться обязательно не забудьте. И напишите в комментариях, что вы покупали из этого, что вам приглянулось, что из этого выбранного нами не понравилось, наоборот, может быть. Вот, очень приятно будет с вами пообщаться в комментариях, поэтому бегом туда писать. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.